Для школы номер 11 областного центра день сегодня торжественный и волнительный. На стенах учебного заведения появилась памятная доска, посвященная герою Советского Союза Петру Иннокентьевичу Капустину. В годы Великой Отечественной войны майор Петр Капустин командовал батальоном 820-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. Учащиеся 67-го лицея смогли отыскать воспоминания героя о тех событиях. На пути мне встретился один, а потом второй немецкий солдат, с которым я расправился быстро. Но когда столкнулся с немецким офицером, у нас получилась затяжная борьба, которая продолжалась минуты две. Но они мне показались вечностью. Он два раза чуть не поддел меня на штык, но меня спасло то, что наша винтовка длиннее немецкой. Потом, в одно мгновение, я сделал прыжок влево и задел немца штыком в бок. Он на какое-то время потерял ориентировку, а мне этого было достаточно, чтобы нанести ему смертельный удар. Целый день мы отбивали атаки, пока не подошел на помощь 1-й батальон. Петр Капустин – уроженец Вологодской области. В Ивановской прожил всего 4 года. Но это был знаковый период его жизни. Здесь он женился, здесь родилась его старшая дочь. И именно отсюда он отправился на войну. Потому открытие именно здесь памятной доски абсолютно оправдано. Человек всерьез был хороший. Даже, как сказала его дочь, золотые руки были. Это да, его сразу взяли на работу. И как бы, ну, все складывалось у него хорошо. И только вот как порушила все война, и он пошел на эту войну. Теперь эта памятная доска будет напоминать учащимся о славных подвигах героев войны. Их судьбы станут примером для молодежи. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.